Сейчас трансляция вам показывает состав Кайрата. Давайте тогда зачитаю вам стартовый. Главный тренер алматинского Кайрата Алексей Шпилевский. Состав команды Тобол в Кубке Казахстана. Наниками кайратовцы дошли до финала и выиграли, собственно, Кубок Казахстана. Кайратовцы в атаке с мячом. Бауржан Исламхан. Дальний удар. Разбегается. Подача неплохая. Попытка нанести удар по воротам. Опасно было сейчас. Передачу Федина. Михаил Гордейчук, несмотря на то, что не совсем удобная пристами Кайрата. Из аута. Прессинг. Теряет мяч Бочаров. Хороший пас. Пробивает сейчас. И здесь все положение спасает. Никто иной, как Айбол Бекен. Здорово разобрался в центре Исламхан. Передача на Тунгушбаева. Хорошая проникающая передача. Швырев. Удар поворота. Последнюю передачу отдавал Кафур Расуембай. Все, молодому нападающему не хватило опять-таки завершения в мастерства в завершении атаки. Бьет сейчас Турусбек. Какой гол забивать? Бауржан Турусбек. Вот это голешник. Что творит Турусбек? Не знаю, сколько было метров до ворот, но решение, конечно же, топовое. С этой позиции Турусбек подловил на выходе из ворот Плотникова. Ну, я не знаю, метров, наверное, 35-37-40. Тяжело оценить, но смотри. Ну и еще раз давайте посмакуем этот прекрасный гол. Вышел из ворот Плотников. Ну, тяжело, конечно, было предугадать здесь бег. И перехват сейчас футболист Мектабола. Турусбек с мячом. Быстренько отправляет мяч на Максима Федина. Федин. Удар по воротам. Точно в руки. Исламхан. Подача вот. Кошачий прыжок был от Мимиля Балаева. Зафиксировал мяч в руках. Быстренько начинают контратаку футболисты Тобола. Турусбек штрафной, уже удар по воротам. Турусбек решил попробовать. Будем знакомиться с молодыми футболистами Кайрата. Айтури Адахаджиев. Это те футболисты, которые в прошлом сезоне выступали за молодежную команду, за команду Кайрата, которая играла в первой лиге. Здорово. Хороший пас на Максима Федина. Федин один на один выходит и забивает второй мяч в сегодняшней игре. Максим Федин. Кайрат Тобол 0-2. Вот так вот очень легко разобрались с обороной алматинской команды. Так, Максим Федин выскочил один на один с Плотниковым и довольно-таки уверенно переиграл его в ближнем бою. Гола, а передачу отдавал Федину как раз-таки Бауржан Турусбек. Гол плюс пас у Бауржана Турусбека. Внимательно разобрать, почему так получилось. Абикен оказался на газоне. Проиграл борьбу. Айбол Абикена. Ошибается Куат. Контратака Тобола. Квикискири. Квикискири с мячом. Передача на Максима Федина. Федин первый на мяча. Рядом с ним Адиай Туре. Прострел. Турусбек. На Исламхана. Это уже повтор эпизода с ударом Турусбека. Было время Бауржана подумать. Тунгушбаева. Тунгушбаев ждет помощи от Исламхана. Исламхан. Удар по воротам. Султан Бусурманов вступает в игру. В составе их, в составе Тобола их 6. Я напомню. Кайрат продолжает давить, гнуть свою линию. Атака Тобола. Гордейчук. Удар по воротам. Третий мяч залетает. Вот так вот, пока я рассказывал о том, как Кайрат здорово играет в атаке. Вновь недоработала оборона у алматинских Плотников. Но мяч все-таки залетел в ворота. 0-3 в нашей игре. Смотрим еще раз. С носка так. По футзальному, да, пробил Михаил Гордейчук. И удар у полузащитника Тобола получился.
Немножко не повезло Плотникову, чтобы отразить этот удар. Как же легко Горячук здесь разобрался с обороной Кайрата. Тимоди Айтуре. В атаке сейчас костанайцы. Опасно сейчас было. Не попал толком по мячу Максим. Футбольный снаряд в ворота Плотников. И удивляется составу Кайрата. Здесь удивляться не стоит. Хороший заброс. Максим Федин. Федин не дал ему сейчас 1-1. Но пробить по воротам не сумел. Вот здесь вот казалось бы, что сейчас Федин нанесет удар, но который может закрыть несколько позиций на поле. Тем временем Тунгжбаев напоминает всем, что он на поле. И Тунгжбаев, ну вот, забить не удалось Кайрату. Контратака Табола. Проникающая передача. И автогол. Какой же нелепый получился срез у Исламбека Куата. На атакующих футболистов. Понятно, есть за что. Ну и здесь Куат, конечно же, неумышленно, случайно срезал мяч в свои ворота. Не фартит сегодня Кайрату, абсолютно не фартит. Пытается прерывать проникающую передачу капитан Кайрата. Исламбек Куат срезал мяч в свои ворота. Здесь Плотников уже бросился в другую. Розыгрыш. Квиквискири. Квиквискири. Ударить можно с этой позиции. Бочаров. Здорово пропустил мяч. Сейчас Турусбек. И завершал атаку Астанов. Против него Астранкулов. Передача на Швырева. Падает сейчас Швырев. Встает на ноги. Передача. Удар по воротам в исполнении Тунгушбай. Астанова. Астанов. Кросс штрафную. Удар в исполнении Куата. И за прошлую неделю, за последние 10 дней, наверное, правильно будет так сказать, команды премьер-лиги сыграли по 3 тура. Атака Табола. Бьет сейчас назад Нургалиев. Ну, как я и говорил, без своего забитого гола Нургалиев России без шансов пробил. И, возможно, я думаю, что пошипаюсь Мадди Айтуре. Так непроизвольно подправил мяч в угол. Объяснить, заслужил ли Кайрат сегодня такой результат. Ну, я не знаю. Возможно, ответ Владимир Газаев. Только после гола Нургалиева такое ощущение, что отлегло у Газаева. И, наверное, про себя он сказал. Ну все, мы проходим дальше. Атака Кайрата. И забивает гол. Сейчас сама Сарсенов был вознагражден за свою Бочаров. Сарсенов в груди обработал мяч. Вышел один на один с Бусурмановым. И пробил в левую от вратаря угол. Ну, здесь тяжело было Бусурманову спасти свои ворота. Здорово сыграл сама Сарсенов. И отквитал один мяч. 25 номер Кайрата. Дальше в полуфинал проходят костанайский Табол.